Лучшая команда всех времен и народов. Ну, Барселона, конечно, пару лет сыграл, и очень-очень хороший футбол. Игрок, против которого тебе было сложнее всего играть? Да, я играл против Роналду за сборную. Лучшая лига мира, по вашей версии? Ну, английская, конечно. Ваш самый красивый гол за ЦСКА? Ну, может быть, это и Вольфсбург. Лучший матч за ЦСКА? Может быть, со Спартаком. 5-1, когда играл. Лучший игрок, с кем вы играли в одной команде? Ну, Дель Пьеро. Лучший игрок мира прямо сейчас? Ну, Месси. Ваше лучшее футбольное качество? Скорость. Любимый фильм? Не могу сейчас сказать. Если не футбол, то? Тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос.